Всем привет! Вы снова на канале S19. Меня зовут София. Сегодня мы будем с вами делать аппликацию правила дорожного движения глазами ребенка. Вам для этого понадобится лист формат А3, цветной белый картон понадобится, цветная бумага еще понадобится, тон блестящий и разноцветный, и мягкий фон мира цветной. Можно также заменить его на фетр. Берем формат А3, кладем его на стол, чтобы для удобства закрепляем его скотчем и клеем. Ну, клея лучше не надо, потому что никогда не отвалится. Мы с вами заранее сделали заготовки, их вырезали, их вот такие вот, их нудов. Вы увидите, что у нас получится, когда мы это сделаем, правило дорожного движения. Мы сейчас с вами будем делать дорогу, травку, нам понадобится клей, кисточка и цветной картон. Мы с вами идем немножко клея. Достаточно. Теперь размазываем кисточкой по всему нашему картону. С другой стороны не цветной, а с другой стороны, которой нету. Если у вас двухсторонний, а с любой делаете. Мы с вами сейчас то, что мы намазали, приклеиваем вот так вот ровно-ровно-ровно. Потом приглаживаем пальчиком или ладошкой. Сейчас мы делаем точно так же, повторяем все так же, только с дорогой. Вот так вот мы делаем уже другую травку. С другой стороны. Укладываем. Теперь мы точно так же приклеим небо. Много-много-много клеим. Проезжая часть дороги разделена на две полоски. И мы сейчас будем клеить как полоску, которая разъединяет эти две стороны. Эту полоску делаем с простой белой бумагой. Чтобы нас разделила машина, у нас есть пешеходный переход, который по-другому называют зебры. Сейчас мы этот пешеходный переход наклеим на нашу подделку. Чтобы мы знали, когда нам переходить дорогу, мы с вами сделаем светофор. Это обычный. А на какой цвет мы переходим? Конечно же, на зеленый. И он у нас будет блестящий. Мы все это склеим между собой и поместим на нашу аппликацию. Делаем дорогу, чтобы она была не просто как асфальт. Вы знаете, дорогу, что это не детские сады. Я сейчас делаю такой написать. Кто не умеет писать, простите, родители, я вам расскажу. Д, Е, Т, С, П, И, С, А, Д. Хорошо, еще можно послушать. Просто бумагу у вас. С нашего детского садика пойдет девочка. Она вылезлась, повезлась, пока. Девочка у нас гендер. Вот это вот, ножки. И это у нас гендер, как мы это помним. А это у нас в магазине купить. Можно ее нарисовать сами. Ну и... В магазине такие же. Вот такая у нас девочка вышла. Она очень умная. Она знает, что можно приходить столько. Это же потом переходит из головы. Ну, так у нас будет приходить. По нашей дороге, мы с вами ездим в машину. Что будете такие? Девушка идет в правильном месте. Машина остановилась. Мы сейчас звали сами мальчик. Нашел он в положенном месте. Его сбил машину, и его забрали в больницу. Не забывайте о правилах дорожного движения. Они могут вам спасти жизнь.